Если брат или сестра подвергаются нападкам со стороны родственников, по причине которых они вынуждены порывать родственные связи, ложится ли на них за это грех? Говоря об основе поддерживания родственных связей, следует отметить, что это не имеет ничего общего с нападками родственников, потому что поддержание родственных уз – это не только благодеяние, но и право Аллаха, которое человек должен отдавать, несмотря на порвание с их стороны. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Не является блюстителем родственных уз тот, кто делает это взаимно». Укрепление уз – это когда ты их укрепляешь, если даже они порывают их. И это является высшей формой проявления ихсана, благодеяния. Также приводится в сборнике Муслима, что один из мужчин сказал посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, у меня есть родственники, отношения с которыми я поддерживаю, несмотря на то, что они порывают со мной. Я обхожусь с ними обходительно, а они обходятся со мной плохо. Я проявляю к ним сострадание, а они игнорируют это». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если ты на самом деле поступаешь так, то они словно поедают раскаленный песок». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сравнил их грех по величине с величиной вреда от поедания раскаленного песка. И посланник Аллаха продолжил: «И с тобой не перестанет пребывать помощник от Аллаха, пока не перестанешь делать это». В этом есть указание от Аллаха, что если человек не перестает поддерживать родственные связи, тогда он будет наделен помощником от Аллаха. Если же человек думает, что благодеяние – это то, что известно нам как обмен благодеяниями с соседом, другом, и это не что иное, как взаимное добро, но родственные узы – это право Аллаха на своих рабов. И поэтому в священном хадисе говорит Аллах, обращаясь к родственным узам: «Разве вы недовольны тем, что я порываюсь с теми, кто порывает вас, и поддерживаю того, кто поддерживает вас?» И поэтому благодеяние к родственникам из обязательных проявлений, даже если ты будешь встречать от них только порвание с тобой. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, как это приводится в Муснаде и Ударими, передаваемый Хакимом ибн Хизамом, что посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросили о наилучшей милостыне. И он ответил: «Пожертвование родственнику, который отвернулся от тебя». Смысл этого в том, что он отвернулся из-за вражды. В таком случае эта милостыня по отношению к нему является более приоритетной, если даже он враждует с тобой. И это потому, что здесь человек должен побороть свое высокомерие, потому что он демонстрирует этому родственнику искреннее намерение ради Аллаха. И потому что здесь исключается мысль, что он делает это ради обратного благодеяния ему, или что он дарит, чтобы и ему подарили. То есть делает добро, ожидая обратное. И это взаимное благодеяние, в котором человек не ограничен. И причинение зла со стороны родственника бывает двух видов. Первый же вид причинения вреда со стороны родственников – это то, над которым человек в силе проявить терпение. И здесь он не должен погружаться в споры, он должен проявлять терпение. А что касается того вида, где человек встречает вражду со стороны родственников, где присутствует угроза для его жизни или обострение вражды, он должен покинуть их. Он должен покинуть их и посоветоваться с кем-либо, чтобы не дать повод навредить. И возможно, если он продолжит поддерживать в этом положении родственные связи, то это перерастет во вражду или приведет к причинению физического вреда. И человек в таких случаях должен максимально стараться избежать этого и отдалиться, чтобы не быть соучастником в зле. И коротко, если это причинение зла дошло до того, что человек скрипит изнутри от боли их порывания, и его забросили родственники, как быть такому? Но если он в силе терпеть, то он должен сделать это, но он не должен насильно терпеть страдания, которые ему не под силу, как это приводится от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям.